Соревнования еще впереди, но ребята уже полны азарта. Спортивный конкурс «Старты на льду» в микрорайоне и организован для таких молодых и активных. Команда 11-классников из 23-й школы к таким тренировкам готова всегда. Ну, эти мероприятия все, вот то, что вот устроили сейчас с коньками, нам очень нравится, мы желаем победить и все усилия приложим к этому, чтобы вырвать победу других школ города. Первые соревнования начнутся с 27 февраля. Сейчас у нас этап сбора заявок. Мы приглашаем принять участие в нашем конкурсе всех желающих. Хотелось бы, чтобы это были не только школьники, но также студенты, работающая молодежь и в целом жители микрорайонов. Заявку можно подать по электронному адресу молодежного центра Горком 35, а также по телефону 72-06-55. Заявки подаются до 25 февраля. Возраст участников от 14 до 30 лет. В каждой команде по 6 человек. На соревнованиях участникам нужно будет потрудиться. Этапов много. Презентация команды, спортивные состязания, конкурс капитанов, танцевальный марафон и даже интеллектуальная игра. В организации проведения конкурса молодежному центру помогут опытные спортсмены. Уже сейчас тренер Любовь Никитина оценивает, на что способны будущие участники. Замечательно. Тренеры и старшие воспитанники отделения фигурного катания ДЮСШ по зимним видам спорта будут проводить тренировки, судить соревнования. Занятия с ребятами во дворах и на площадках микрорайонов считают делом полезным. Это вовлечение молодежи, значит, в здоровый образ жизни. Значит, это форма досуга, зимнего досуга. И мы считаем, что это, значит, выявление новых лидеров в микрорайонах, что значит... приведет к активности молодежи, значит, привлечению их на коньки, значит, занятиям физкультурой и спортом. Первое занятие прошло на днях и с ребятами из детского дома номер один. Сейчас ваша задача пройти данную дистанцию, объединять все тигли на качество и на скорость. В этой команде есть ребята и младше 14 лет, но попасть на соревнования они тоже хотят. Виталику всего 11, но к борьбе за победу он уже готов. Да, я хочу, чтобы проводились такие соревнования, я в них хочу участвовать. Не только будущие участники, но и профессионалы считают, что ледовые старты будут иметь успех и шансы стать традиционным для города соревнованием. Я думаю, что молодежь микрорайона всего города откликнется, потому что Евгений Борисович Шулепов сейчас, значит, очень много сделал для того, чтобы были во всем городе залиты катки. Причем катков очень много и пользуются они большой популярностью. По итогам конкурса в каждом микрорайоне будут свои победители. Все они получат дипломы и сувениры. А еще хорошее настроение и заряд бодрости. Александра Шер, Максим Тышковец, Игорь Пантин, Вологда Портал.